Сорт томата Улуру Охра. Это среднеспелый сорт. До полного созревания проходит от 110 до 120 дней. Плоды необычной окраски. Они вот такие плоскоокруглые, кирпично-оранжевого цвета охры. Расцветки. Растение мощное, высотой около метра. Частично требует посынкования и подвязки к опоре тоже обязательно требует. Сейчас посмотрим, какой этот плод в разрезе. Масса этого плода 234 грамма, но вообще плоды бывают до 400 грамм. В разрезе плод такого красивого желтовато-оранжевого цвета с зелеными обертонами у стенок плодов. Вкус у этого томата немножко с кислинкой, немножко сладости, в общем, сбалансированного вкуса с необычным привкусом, который я даже не могу вам передать. Этот сорт салатного назначения. Также можно применять его для изготовления различных консерваций в домашних условиях. Выращивается в открытом грунте и в теплицах.